Ты можешь стать здесь миллиардером, зная механизмы привлечения иностранных инвестиций, зная, как заниматься бизнесом? Ты знаешь, вопрос из серии, там, может ли ваша жена сделать вас миллионером, да, если вы были миллиардером. Да? Вот. Я, конечно, очень надеюсь, что я смогу здесь создать устойчиво работающее производство. Мои жизненные установки, они не в деньгах, да, они в вот, изменении мира вокруг меня. И если мне удастся действительно помочь вам измениться, и чтобы вот те цели, которые люди ставили на Майдане, реализовались, я буду счастлив, потому что после этого, я считаю, сразу же начнутся изменения и в России. Сейчас главный аргумент, который в России звучит, это то, что у них вы не хотите, получается, да. Да, вы хотите, чтобы также вот там тарифы росли, чтобы люди нищали, чтобы коррупция была. Да. И вот Майдан является в этом смысле пугалкой. А нужно, чтобы он стал мечтой.